Спасибо вам огромное. Вот сколько раз говорил сейчас спасибо ребятам, которые присылали СМС, близким, которые поздравляли с премьерой. Хочу сказать таким образом вам всем спасибо большое, что это время, эту неделю были с нами, что оценили наш труд в виде просмотров. Спасибо огромное. Мы все это время, все эти два года, мы очень старались. Наш режиссер, наши сценаристы, компания FilmVie и вся контора старалась уже три года. Мы подключились к этому процессу два года назад. Срок тоже немалый. И вот сейчас, снимая второй сезон, мы также встретили премьеру на первом. И, елки-палки, это так радостно. Это такое рождение ребенка. И как прекрасно и приятно, что ребенок получился обласканным. Спасибо вам большое. Спасибо еще раз, еще и еще за то, что вы были с нами. Спасибо огромное. Я и все мы, да вы что я, именно что все мы будем ждать вас с нетерпением на просмотре второго сезона, который всем ходом у нас вот кипит. Сейчас не очень привлек. Хотя нет, смотрите, серый кирпич, ого-го. Но увидите, что будет во втором, закачайтесь. У нас сценарий, у нас эффекты, у нас история, у нас оператор. Что будет? Ну, не мне вам рассказывать. Встретимся скоро. Еще раз спасибо вам огромное. Спасибо.